И начнем с того, что мы зальем серую поверхность. Вот образом мы проходимся. Так, тут можно сейчас уже пройтись по второму краю кругу. Набрать тон посильнее. Снизу он тут еще плотнее. Возьму четвертый сразу в ножку, чтобы добавить темнее. Теперь беру коричневый и будем с вами наносить кожу. Каким образом у нас будет наноситься текстура кожи, чтобы это было похоже на такую матовую кожу? Она у нас будет наноситься в хаотичном вот таком вот порядке. Граничим поверхность. Вот и внутри этой поверхности мы сейчас будем все заполнять штришками, чтобы у нас была немного неоднородная текстура.